я Леночку помню, еще по детскому садику. И мой сын вместе с ней учился, они вместе в садик ходили. И вы знаете, Леночка была такая невероятная актриса. Честно говоря, я думала, что Лена обязательно в театральный институт будет поступать. Потому что она читала все стихи с таким пристрастием, вот, что я была просто потрясена. Лучше всех в группе она умела читать стихи. Лена, не хотела что-нибудь прочитать? Не помню, что они детская вообще? Не знаю. Ну, может быть, новогодний. Я просто помню, что каждый раз я шла туда с намерением послушать, как читает он. Она делала это громко, очень уверенно, четко и никогда, так сказать, не было такого случая, чтобы она...